Еще один полуфиналист определился накануне. Команда «Марсель». Французы выиграли повторный матч 3-0 у финского клуба «Раваниеми». Сразу после жеребьевки стало ясно, что в этой паре есть явный полуфиналист – «Марсель». Прогнозы подтвердились. Финны, не имея игровой практики, проиграли 0-1 первый матч, который состоялся на нейтральном поле в Италии. И во втором преимущество французов было явным. Если прибавить к этому, что в составе «Марселя» несколько футболистов играет за сборную, станет ясно, что сопернику могло помочь только чудо. Но на этой стадии розыгрыша сюрпризы, как правило, исключены. Так что победа «Марселя» закономерна. А мячи забили Жен-Джини, Алофс и Папин с 11-метрового.